К открытию сезона готовятся югорские театры. Со своим зрителем жрецы Мельпомены не виделись без малого год. Именно столько действовали ковидные ограничения. Правда, и сейчас они сняты не полностью. В залы можно пускать не более 50% от общей вместимости. Впрочем, и это для театрального мира огромная радость. Творческие коллективы разрешением сразу воспользовались. В драмтеатре Нижневартовска первая встреча со зрителем намечена на 19 февраля. В этот день здесь сыграют премьеру «Пушкинской русалки». О том, как готовятся к открытию сезона в столице Самотлора, знает Алексей Шабанов. Подробности в репортаже с места событий. Еще никогда театральный сезон в Югре не начинался в феврале. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Конечно, все эти месяцы пандемии актеры и режиссеры без дела не сидели. Они репетировали, готовили новые спектакли, но вся проблема в том, что показывать их было некому. Конечно, в некоторых театрах использовали онлайн-формат, когда спектакль транслировали в интернете. Но это, конечно, не сравнится с игрой на живой зал. Ну и вот теперь возможность вновь играть в спектакли для зрителей у театров появилась. Нижневартовский драматический театр в этом году 25-й сезон будет открывать. Сезон юбилейный, несмотря на то, что он такой короткий, он будет очень насыщенным. В марте месяце, конечно, будет День театра. Там, конечно, тоже будет премьера. Это «Свой путь» по пьесе Ярослава Калинович. В апреле у нас очередная премьера – это «Носороги». И, скорее всего, в конце апреля, начало мая премьера «Харистка». Это по Чехову. Если с творческим процессом все понятно, он за этот год, собственно, не останавливался, то технические вопросы, конечно, есть, потому что новые требования, и, соответственно, с ними нужно готовить помещение. Это кассовый зал, это фойе театра, ну и, конечно, зрительный зал. Напомню, что норма по присутствию спектакля 50% от общей вместимости, и поэтому зрители на спектакле рассадят в так называемом шахматном порядке, то есть через место. Ну а если билеты покупает семья, то они могут сидеть вместе компактно, но опять до следующих зрителей должно быть пропущено одно место. Естественно, у нас будет не полные залы, к сожалению, да, и актерам это немножко печально, и нам. Но такие требования мы будем соблюдать, чтобы обезопасить зрителей, актеров, сотрудников. Ну и в том числе, конечно, масочный режим обязательно. То есть для всех, для сотрудников, для зрителей, кроме актеров. Актеры будут на сцене. В Нижневартовском ТЮЗе за время пандемии приготовили целых три премьеры. Это «Майдадыр», «Бременские музыканты» и «Тараканы». Эти спектакли в первую очередь и появятся в репертуаре. Впрочем, отдыхать актеры не намерены. Сейчас в театре к работе берут еще две пьесы. Это «Ночь перед Рождеством» Гоголя и «Забыть Герострата» по пьесе Григория Горина. Репетиции начнутся вот уже в ближайшее время. Кстати, горинская пьеса пойдет в вечернем репертуаре. Это новшество ТЮЗа, и здесь надеется, что оно будет иметь успех. Вообще, многие театры сейчас готовятся порадовать зрителей новыми спектаклями. Сезон будет коротким, но насыщенным. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.